Здорово, пиратики! Тут в комментариях прочитал такой комментарий, мне написали. Значит, мухомор не избавляет от зависимостей. И я решил видос записать. Да, мухомор не избавляет от зависимостей. Это вообще довольно слабая такая позиция. Искать все время какого-то избавителя, кто бы за тебя. Тебя бы избавил от всех проблем. Ну, например, мухомор, да? Надо просто... На эту уловку очень часто ловят вот таких вот, как я, полных людей, когда говорят, что вам не надо придерживаться никаких диет, не надо делать никаких физических упражнений, просто надо исключить из своего питания один продукт, либо просто принимать вот эти таблетки для похудания и все. И дальше жрите сколько хотите, лежите на диване, смотрите телевизор, и вы самостоятельно похудеете. То есть вас избавят от лишнего веса без вашего участия, или вас избавят от зависимости без вашего участия. Пиздеж. Вранье. Это так не работает. И все время ждать по жизни, когда приплывет принц на корабле с алыми парусами, избавит вас от всех зависимостей, а вам для этого не придется прикладывать никаких усилий. Ну не смешно ли самим? Конечно, мухомор не избавляет от зависимостей. И вообще нет таких чудо-препаратов, которые выпил и избавился от всех зависимостей. Потому что зависимость — это как бы то, что вы сами себе позволяете. То есть это в вашей голове. Это ваше мироощущение, это ваша как бы установка, которую вы сами себе дали, что мне можно. Мне можно, и если мне попадет в рот капля спиртного, допустим, то я как бы уже не могу удержаться. На самом деле нет ничего такого прочного. И все это опять-таки самопотакание. И, ну, заметьте, как это работает, когда вы бросаете, например, курить или пить. И что происходит? Вы постоянно ищете какое-то событие, которое даст вам право выпить или покурить. То есть... О боже, вот наконец-то что-то произошло плохое, и теперь мне, чтобы успокоиться, надо выпить или покурить, да? То есть вам нужно оправдание для самого себя. То есть все-таки вы сами у себя спрашиваете разрешение. Можно? Сейчас нельзя. О, вот все, меня с работы уволили, у меня начался стресс, жопа. Теперь можно. Правильно? Правильно. Так это и работает. Собственно... Поэтому избавляться от зависимости придется самостоятельно. Я смотрю, вообще многие не понимают, в чем прикол мухомора, как бы, что он делает, как он работает. Большинство думает, что весь прикол именно в трипе в каком-то. И что там в трипах скрываются какие-то чудесные откровения, еще что-то. Как по мне, так весь цимис мухомора заключается в том, что он меняет мышление. Он позволяет взглянуть на вещи с другого ракурса или с нескольких ракурсов. И именно это ценно. А трипы и все остальное, ну, это все так себе. Это как бы некие, ну, спецэффекты, короче говоря. Вот. И они достаточно дутые. В них искать какой-то смысл можно. Мухомор помогает, как бы... как некоторые называют, это распаковка, да, уже после трипа, когда они сидят и, переосмысливая, придумывают новый смысл тому, что видели, как-то там подтягивают писю к носу, еще что-то, и из этого пытаются вывести какую-то... По сути, то же самое можно было бы делать и без трипа, то есть просто можно было бы переосмыслить какой-то кусок своей жизни или какой-то свой поступок. Трип тут не обязателен совершенно. Весь прикол в том, что мухомор... позволяет сменить точку зрения, позволяет по-другому рассмотреть ситуацию, неважно какую. Важно в том, что меняется именно ваше как бы отношение, ваша точка зрения, ваша заинтересованность в вопросе. Вот. Она как бы в какой-то момент, если ее убрать на ноль, то можно стать независимым экспертом по собственным поступкам. И решить, что на самом деле реально ты был неправ, ты поступил неправильно. Понять всю подоплеку, почему ты так поступал, как бы, что тобой двигало, какие там низменные страсти. Как бы, и постараться этому противодействовать.
постараться как бы все-таки изменить жизнь к лучшему. Именно даже этот момент какой-то сопереживания окружающим, когда вы начинаете их лучше понимать и меньше думать о себе, то есть именно что мухомор помогает убить в себе эгоиста, как-то убить, не убить, свести на ноль его там или уменьшить хотя бы. И, на мой взгляд, это наиболее ценное качество. Собственно, у меня все. А от зависимостей, да, он может вам помочь пересмотреть ваши поступки, то, как вы себя ведете из-за вашей зависимости. Да, у многих пропадает тяга, но не так по волшебству, прям совсем. Все-таки, опять-таки, тяга – это вопрос психологии. Это не физическое какое-то прям жесткое желание, необходимость и так далее. Тяга, она находится как бы именно, то есть вы не просыпаетесь ночью там от того, что прям вот срочно надо покурить или выпить или еще что-то, да? Даже если просыпаетесь, это все равно психосоматика. Это не внутренняя потребность физического тела. Поэтому, соответственно, именно с психологической составляющей надо работать, когда мы стараемся не подавить в себе зависимость, а объяснить себе, почему это вам не нужно, почему вы решили остановиться, да? И тут можно найти множество, и финансовый фактор, да, то есть просто сесть и подумать, какого хера я обогащаю этих людей, они делают сигареты все дороже и дороже, как бы, при этом, если взвесить все плюсы и минусы, то получается, что я гроблю свое здоровье однозначно, я порчу себе сосуды, там, и какие-то бляшки появляются, там, и просветы сужаются, и даже, может быть, тромбоз, и так далее, и так далее.